Они успешно справились с несколькими испытаниями муниципального конкурса профессионального мастерства. И вот остается последний рывок, завершающий этап для педагогов-психологов городского округа. Я очень рада, что педагоги-психологи наши не боятся участвовать в конкурсе. Это потому что все равно, как бы мы ни старались помочь им, чтобы это было легко и приятно, но все равно это испытание и волнение никуда не деть их. В этом году принимают участие 4 педагога-психолога школы и 1 из детского сада. И поэтому нам, конечно же, психологам, которые работают в образовательных учреждениях, очень интересно наблюдать за новыми технологиями, современными методами, подходами. Последнее испытание – одно из самых сложных – блиц-кейс. Задача – без использования мультимедийных средств решить профессиональное задание, заранее неизвестное. 5 участников, 5 разных случаев, с которыми специалист может столкнуться в своей практике. На подготовку всего 15 минут. За это время необходимо было провести анализ, дать оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, представить решение. Несмотря на волнение, педагоги справились с поставленной задачей. Теперь, когда испытания завершены, компетентному жюри предстоит определить победителя. Его имя будет объявлено в финале конкурса «Педагог года». Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.